Вот такое у нас видео в 6:30 вечера 10 апреля. С Ладоги налетел снежный заряд. Вообще крутизна, супер-пупер. Только что было солнце. Был тишайший день. Мы пообедали. Распилили принесенные ранее хлысты на дрова. Начали колоть, и буквально за каких-то 5 минут заволокло небо. Налетела вот эта хмарь, а потом и снежище. Я поставил второй телефон на видеосъемку, на медленную съемку из машины, чтобы она засняла, как снег будет застилать землю. То есть из обычной коричнево-серой превращать ее в белую. А потом это на ускоренной съемке воспроизведем при монтаже. Я думаю, будет клево. Так же клево, как снег засыпает сейчас меня. Снег быстро сходит. Прошло буквально минут 10 после окончания снегопада. И вот уже прогалы на земле. Здрасте. Здравствуйте. Ку-ку. Здравствуйте. Сейчас пошлем видос. Давайте. Посылайте. Неожиданная лесная находка. Кто-то здесь изрядно уже поработал. Это нужно заснять. Я примерно в 300 метрах от дота. Да, засыпаем и снегом, про который сказал, что его больше не будет, написав в беседе ВКонтакте. Но вот он, зараза, снова пошел и от отдельных тучек перешел к такому массовому снегопаду. Но ничего, ему недолго жить, он все равно стоит. Таким мы его еще не видели. После нескольких снежных зарядов идет прояснение.